Ассоциация родителей детей инвалидов в Подмосковье создана совсем недавно, в начале этого года. Однако в ее состав входит уже более 5000 семей. Фестиваль для особенных детей представители ассоциации впервые организовали в Сергиевом Посаде. Во второй раз площадкой для праздника определили Одинцовский район. Мы все просто впечатлены и покорены Одинцовским районом, людьми из Одинцовского района. Здесь столько поддержало нас активных, креативных, интересных людей. Это общественная палата вот, Светлана Налепова и молодежь, многодетные. Поляна, которая находится у входа в парк, станет ланч-зоной, то есть зоной отдыха. Там можно будет расположиться на пледах, организовать пикник и насладиться концертной программой. Шестичасовой концерт на сцене, который мы сейчас организуем. Обещали нам доступную среду. Да, да, расположение будет вот здесь. Ага. Поэтому концерт будет полностью просматриваться вот с этой вот основной площадки, и ребята могут смотреть. На концерт организаторы пригласили множество известных артистов. Ожидается, что на лазутинской сцене выступит и Николай Басков. Также гостей ждет театрализованное представление, интерактивный оркестр, развлекательные и развивающие мастер-классы, например, волшебное вертено. На нем дети смогут пообщаться с добрыми собаками, расчесать их и получить шерстяные талисманы. Также планируется организовать для детей заезды на маламутах. На фестивале мы планируем сделать мастер-класс по ездовому спорту, поскольку у нас сейчас летний сезон, мы будем делать забеги каникросс с собаками. Это дисциплина, где к человеку крепится специальный ездовой поезд, потяг, впереди собака с инструктором, и каждый ребенок получит возможность пробежать или пройти с собакой. В принципе, штука очень хорошая и для детей с ДЦП, и для детей аутистов. Задача всех организаторов, как представителей ассоциации, так и общественников, сделать фестиваль достойным, масштабным, душевным и свободным от каких-либо границ. Хотим стереть, наконец, эти границы, потому что действительно у нас получается, либо какое-то мероприятие проводят и подчеркивают, что это для детей-инвалидов, и приглашают туда только детей-инвалидов, либо какое-то мероприятие для обычных, и там как бы инвалиды не знают, чем заняться. А здесь будет свободный вход. Праздник начнется 20 августа в 12 часов дня и продлится до позднего вечера. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».